Алена, спасибо большое, что согласились ответить на наши вопросы. Давайте сразу поговорим об итогах прошедшего сезона. Расскажите, пожалуйста, что в этом году у вас получалось, что нет, как сами оцените? Ну, безусловно, сезон удался. Я считаю, что единственный был момент вот на чемпионате Европы, когда я неудачно выступила, можно сказать, провалила его. Вот. Но я рада, что мне удалось хорошо выступить на всех трех этапах гран-при и занять призовое место в финале гран-при. То есть это для меня очень важно было, чтобы как-то держать свой статус и доказывать, что я могу что-то большее. Вот. Ну и, безусловно, чемпионат мира – самый удачный старт этого сезона, лучшие баллы, лучшие прокаты. Я рада. Ну, раз уж мы с вами заговорили о чемпионате Европы, сами как думаете, я знаю, что вы были очень недовольны 7-м местом, что случилось тогда, психологически не справились, какие собственные ошибки, какие уроки извлекли? Ну, возможно, это, скорее всего, была такая психологическая усталость, потому что все-таки было много очень стартов до чемпионата Европы и чемпионата России, на который мне тренер говорил не ехать, а я в итоге все-таки поехала. Вот, и там тоже такой был средний прокат. Вот, поэтому просто, наверное, чисто морально не хватило меня немножечко. И из-за этого, возможно, подвалилась техника. Ну, я бы сказала, что сезон все-таки не завершен сейчас для вас, как я смотрю, вы продолжаете тренировки. Впереди у вас командный чемпионат мира. А что это за турнир такой, в том плане, что насколько он важен, насколько он имеет значение для тренировочного процесса, в принципе, для понимания того, кто занимает какое место сейчас в рейтинге. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Ну, для меня это в первую очередь как еще какой-то шанс побороться с мировыми звездами, скажем так, фигурного катания, потому что приедут все те же самые, кто сейчас был на чемпионате мира. Вот, чемпионат этот проводится во второй раз, потому что в прошлом году должны были проводить, но из-за трагедии в Японии не случилось. Вот. В 2009 я первый раз вот выступала, когда только ввели в программу, и мне очень понравилось, это напоминает некое шоу, хотя сейчас тренер нас больше убеждает всех, что это уже не шоу, что это все-таки тоже соревнование, потому что этот вид будет включен в олимпийскую программу. Вот. Поэтому к этому тоже нужно серьезно отнестись, но я стараюсь как бы об этом не думать, что это какой-то серьезный старт для меня, тем более, что после чемпионата мира все устали уже и буквально на последних силах будут сейчас кататься. Правильно ли я понимаю, что это некая новая, ну, скажем так, дисциплина, которая сейчас постепенно набирает обороты, и со временем это может быть вполне самостоятельный и достаточно престижный турнир? Я думаю, что да. И, естественно, это очень здорово, потому что можно почувствовать себя в командном духе, то есть какое место ты занимаешь в команде, в командном зачете. То есть, не знаю, для меня это как-то больше стимулирует, еще лучше кататься, чтобы не подвести команду. Скажите, пожалуйста, все-таки был ли какой-то отпуск после чемпионата мира? И вообще, когда закончится уже командный чемпионат мира, планируете ли вы отдыхать или чисто символически и снова в бой? Был отпуск после чемпионата мира такой, 5 дней, скажем так. Просто сначала пришлось мне съездить на одно шоу, вот, но мне там очень понравилось, в Ангарске. Вот, единственное, был долгий перелет. А так я после Ангарска 5 дней отдыхала, общалась с родными и близкими, ездила в Санкт-Петербург. Вот. Сейчас после командного у меня будет еще тоже одно шоу в Италии в конце апреля. И, конечно, после этого мне дадут неделю, там, может, чуть побольше, чтобы я под это просто съездила и отдохнула от всего. А с 15 мая у нас уже начинаются сборы. А почему так мало удается отдохнуть? Летом будете уже готовиться к новому сезону? Я думаю, что не то, что усиленно готовиться, просто раскачиваться потихоньку, ставить программу, ведь это самое главное, поставить пораньше программу, чтобы успеть их вкатать. Сколько примерно уходит времени на постановку программы, начиная от первых задумок и заканчивая уже таким финальным продуктом, что завтра можно с ней выходить, не знаю, на лед, показывать ее? Но я могу сказать, что на это уходит, наверное, весь целый сезон, когда ты катаешься, потому что только к концу сезона ты понимаешь, что именно ты делаешь в этой программе и как сложно или не сложно, наоборот, ее катать. Вот. Но вообще вот с произвольной программой мы очень долго возились в этом сезоне, потому что долго не могли выбрать музыку. И буквально уже ставя там программу до конца, на следующий день выходил, и тренер говорил: нет, это не то, давай другую смотреть. Давайте тогда поговорим о Николае Морозове. Он ваш тренер, и
хоть вы с ним уже давно, все равно можно сказать, что новый. Один сезон вы с ним катаетесь, правильно? Расскажите, пожалуйста, о нем, о том, как происходит с ним работа, насколько велико его влияние на вас и, наоборот, ваш на него. Ну, работа по сравнению вот с Аллой Яковлевной Пятовой намного как-то свободнее я себя чувствую. Вот, и даже некоторые люди заметили, что вот на прокатах я уже была более уверена в себе, когда каталась. Вот, не знаю, наверное, он какую-то уверенность внушает. По поводу характера абсолютно сошлись. Вот, он понимает меня, я понимаю его с полуслова, и прежде всего он очень хороший друг, а потом уже тренер. Ну, вы сказали, что он там предложил поменять вам программу. Часто ли бывает такое, что он какие-то решения принимает, с которыми вы соглашаетесь, или, может быть, упрямитесь? Не, я стараюсь не упрямиться и полностью доверяю ему, потому что он знает, что он делает. Уже столько лет он работает в этом. Ну, а он прислушивается к каким-то вашим? Да, конечно. Если мне что-то неудобно, что-то не нравится, то он обязательно выслушает и сделает, как я хочу. Насколько вообще трудно дался переход от одного тренера к другому? У фигуристов такое, насколько я знаю, часто бывает, и всегда это стресс. Как это было у вас? Ну, проработав 10 лет с Аллой Яковлевной, как бы я уже понимала, что дальше я, наверное, не смогу чего-то уже как бы добиться большего. Вот, и нужно что-то поменять, чтобы не стоять на месте. Вот, и буквально там вот на чемпионате Европы в прошлом году я задумалась об этом серьезно уже очень и стала подыскивать какие-то варианты. Вот, собственно, подошла к федерации просто и сказала, что хочу заниматься у другого тренера, попробовать, вот, например, с Николаем Александровичем. И они пошли мне навстречу, договорились с ним. Он буквально сразу же согласился, и после чемпионата мира мы договорились о всех нюансах каких-то, которые там нужно будет учесть при переходе. Там, например, то, что Алла Яковлевна остается моим вторым тренером, я с ней об этом разговаривала, я очень рада, что она согласилась на это. Вот. Она приезжает сюда, ну, не часто, но по возможности как бы, приезжает, чтобы последить за мной, например, когда Николай Александрович в отъезде, ведь у него столько учеников. Помимо Морозова, были ли какие-то для вас кандидаты, с кем вам бы хотелось работать, или все-таки его кандидатура вам давно уже импонировала? Ну, мне также предложили Алексея Урманова, вот. У меня тоже было это в мыслях, но потом я как-то больше переключилась все-таки на Николая Александровича, потому что, мне кажется, Урманов все-таки как-то с мальчиками больше в ладах, а для девочек, ну, не знаю. Я правильно понимаю, что пришлось переехать из Питера в Москву? А что с этим связано? Какой-то дополнительный стресс, дополнительные перемены? А, возможно, не знаю, московская и питерская школа? Что это было? Ну, даже больше, наверное, не в Москву, а сюда, в Новогорск, потому что я в Москву очень-очень редко выезжаю. Вот, в основном нахожусь здесь. Ну, поначалу было сложно, конечно, то, что вдалеке от родителей. Вот, но потом я заметила, что у меня появилась какая-то самостоятельность, что я стала такой же взрослой и, как бы, собственно, спокойно могу справиться со всем сама. Вот. И когда были здесь на сборах, приезжали сюда, то мне вообще абсолютно не нравился Новогорск, я даже уже люблю его. То, что все удобно очень. Покатался, покушал, поспал. Вы сказали, что знакомые, кто-то, кто за вами следит, замечают перемены. Что вы за собой заметили? Морозов известен тем, что он прививает, старается привить какой-то собственный стиль, очень часто меняет спортсмена, находит в нем какие-то новые нюансы. Что вы за собой замечаете? Какие перемены вот за этот год в вашем катании, в вашем стиле? Ну, допустим, да, вот сам мой стиль катания улучшился, я считаю. Вот, культура скольжения, и, наверное, это больше связано еще, конечно, с программой, потому что обе программы абсолютно разные по стилю, и никогда вот я не катала, вот произвольно у меня в трагическом стиле, я никогда не каталась под такую музыку, а тут мне, собственно говоря, ну, не то, что пришлось, сама захотела, и решили поставить именно такую программу. Как же он сделал так, что вы сами захотели? Много слушали музыку разную и решили, что вот так, попробуй под это, и, собственно, так и появились эти идеи, чтобы поставить что-то противоположное короткой программе. Давайте тогда немножко поговорим о прошедшем чемпионате мира в двух словах. Я вас еще раз поздравляю с серебром. Расскажите еще раз, каково это было,
все-таки выйти на вторую строчку. Сложно ли было настроиться на произвольную после того, как взяли малое золото? Расскажите, пожалуйста. Ну, на самом деле, не буду скрывать, что ехала за медалью по-любому, потому что в прошлом году была четвертая, совсем чуть не хватило до третьего места. Вот. И еще могу сказать, что самый легкий старт у меня почему-то оказался этот. Вот. Сейчас все осознав это, я понимаю, что это было легче всего. Ну, как-то, не знаю, так все легко было и непринужденно. Я совсем не заморачивалась, не думала о каких-то местах и не думала об ответственности, которая на мне лежит. Тем более просто после провала на чемпионате Европы это было очень сложно собраться. Но так как я еще очень люблю Ниццу и люблю там выступать, поэтому как-то мне все это удалось очень легко. Но я правильно понимаю, что все-таки не все возможные конкурентки принимали участие в чемпионате мира? А Микки Анда не выступала в этом сезоне. Задумывались ли уже об Олимпийских играх, о том, что, наверное, там все будет по-другому? Видите ли, может быть, конкурентка в ком-то из молодых спортсменок, не таких именитых? Ну, посмотрим, да, к Олимпиаде еще может все измениться, может кто-то вернуться обратно. Вот. По поводу молодых девочек, посмотрим тоже, что будет. Не могу сейчас ничего сказать, но в этом сезоне я уже с ними соревновалась и много у кого выигрывала. На взрослых этапах, там, гран-при, вот, также на чемпионате России. Так что сейчас пока рано об этом говорить, и нужно будет смотреть уже по следующему сезону. Вот тот прессинг, который связан с Олимпийскими играми, при том домашними, ощущаете на себе, потому что связывают очень большие надежды, тем более с фигурным катанием, типично российским видом спорта, будут на вас давить, требовать медали. Что думаете на этот счет? Ну, пока стараюсь об этом не задумываться, еще целый сезон будет предолимпийский. И главное вот именно на следующем сезоне показать уже свой какой-то максимум определенный, чтобы федерация, там, кто ставит на меня какие-то цели, вот, чтобы они увидели, что все возможно, и чтобы не так сильно от меня требовали чего-то, чтобы понимали, что я сама все прекрасно знаю. Еще один вопрос, наверное, очень понятный для любого фигуриста. Насколько я понимаю, Татьяна Тарасова очень раскритиковала судейство после чемпионата мира. Проблема судейства тоже типична для фигурного катания. Существует ли она до сих пор? Согласна ли вы с Татьяной Анатольевной? Можете ли поспорить? Что думаете на этот счет? Ну, по поводу судейства я пытаюсь вообще тоже не задуматься никогда вот об этом, как судят. Там кто-то ко мне подходит и говорит, там тебя засудили или что-то. Ну, я всегда просто говорю, что я сделала все, что я могу, а судьи уже как решили, и я как бы никогда с ними не спорю. Вот. Не знаю, вот как оцениваются, например, танцы на льду. Там, конечно, все намного сложнее в этом плане, и там больше как-то рейтинг именно влияет на то, что на место. Поэтому там уже смотрят, упал, не упал, например, пара из Канады падает, и им все равно ставят огромные баллы, потому что у них уже есть какой-то статус. Ну, то есть здесь непонятно. Несправедливо, как думаете? Ну, я думаю, что нет. Если ты упал, ты должен уже находиться на более низком месте, чем надо. Давайте тогда в двух словах, если уже можете тут сказать, о предстоящем сезоне. Предолимпийский сезон всегда особенный. Не верю, что у вас еще нет в голове планов по новым программам, по музыке. Какие есть ожидания, чего сами хотите, признавайтесь. На самом деле нет, мы вот недавно разговаривали с тренером, и он спрашивал, ну что ты хочешь на следующий сезон, какую музыку, уже что-нибудь выбрала или нет, и я сказала, что пока ничего не знаю, у меня все мысли вот об этом командном чемпионате мира, пока ничего сказать не могу. Конечно, хочется что-то новое, что-то опять запоминающееся, например, вот как «Пираты Карибского моря», что-то такое веселое, например, в плане вот короткой программы. Потому что короткая программа, она должна быть все-таки выигрышной. Смотреться, чтобы завести как-то судьи и зал. Вот. А в произвольном пока подумаю, может, это будет что-то такое характерное. Конечно, лучше ставить программы, которыми ты можешь рассказать какую-то историю, показать зрителям, что ты хочешь донести. А
трагический образ вам уже ближе стал, интереснее? Интереснее, но думаю, что на следующий сезон не буду рисковать больше. Ну, потому что много, конечно, тоже говорили, что все-таки это не мое. Я не до конца раскрылась в этом. Для вас это риск? Я думаю, да. Такой вопрос. Я прочитала, что вы периодически работаете с психологом. Расскажите, пожалуйста, подробнее, насколько это важно для вас лично и, в принципе, для фигуриста с таким видом спорта. Ну, лично для меня это 50% успеха, потому что я вот давно уже работаю с Геннадием Дмитриевичем Горбуновым, и результат как бы налицо, то есть он вводит меня в какого-то рода в транс. Значит, и мне в подсознание забивают какие-то мои задачи, цели, там еще просто какие-то там слова, которые помогут мне в дальнейшем, и перед прокатами они мне всплывают в голове и помогают мне хорошо кататься. Наверное, это немного личное, но, может быть, что-то приоткроете, что это именно за слова, на что вас учат настраиваться с психологической точки зрения? Ну, допустим, одно из предложений — это соревнование — это всегда праздник. Вот, больше ничего сказать не могу, секрета. А известны ли какие-то другие, возможно, ваши друзья, другие фигуристы, которые точно так же стараются пользоваться услугами психолога? Никогда не слышала. Мне кажется, что у некоторых сам тренер — это тоже хороший психолог, так же, как вот у нас Николай Александрович, тоже может хорошо настроить на прокат, допустим, на чемпионате мира. У меня были ужасные разминки, что перед короткой, перед произвольной, а он просто стоял и смотрел на меня, не пошатнувшись и с таким лицом, что, уверенным в себе, что все будет хорошо, и мне тут же тоже пришла уверенность.